Re! Viss ēters ir te! COVID-19 выявлен у работника Улынской 2-й средней школы. Из-за этого на карантин ушли 5 классов. Об этом сообщили в самоуправлении края. Улынская 2-я средняя школа продолжает работу, но 5 классов, которые контактировали с заболевшим, должны соблюдать карантин. Эти ученики не посещают школу и кружки. В самоуправлении сообщили, что школа связалась с родителями учащихся конкретных классов. Им теперь нужно обратиться к семейному врачу и наблюдать за состоянием здоровья детей. В Улынском крае сейчас 13 зараженных COVID-19. Также стало известно, что коронавирус выявлен у одного из педагогов Даугавпилской 3-й средней школы. На карантин отправлены 2 класса. Всего же за минувшие сутки в Латвии выявлен один новый случай заражения коронавирусом, при том, что сделано более 1100 тестов. Для сравнения, в соседней Литве при схожем количестве проверок за сутки выявлено сразу 70 случаев заражения коронавирусом. В Эстонии 18. Сергей Герасимов, Латвийское телевидение.